Возгорание в частном доме станицы Холмской произошло около полуночи в ночь на 9 октября. По данным МЧС, площадь пожара составила 60 квадратных метров. Пятеро из семерых погибших в огне детей были членами семьи хозяев дома. Еще двое вместе с родителями приехали в гости. Возраст детей от года до 10 лет. Предварительно установленная причина смерти – неоткрытая печная заслонка и, как следствие, отравление угарным газом и продуктами горения. В результате пожара пострадал и родственник семьи, который пытался спасти детей. По сообщению некоторых СМИ, хозяева дома в станице Холмской испытывали финансовые трудности, вели сомнительный образ жизни и могли жить за счет детских пособий. Глава Абинского района Андрей Чубанец 10 октября объявил днем траура по погибшим детям. В субботу там будут приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия. Губернатор края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родителям погибших. На своей страничке в Твиттере он написал: «Страшное горе. Край окажет всю поддержку, какую может».